Хорошие мои, всем огромный привет! С вами снова Таня, и сегодня будет видео о покупках с AliExpress, а именно это будут в основном покупки серебряных украшений, бижутерии и будет вечерняя одна сумочка. Пару месяцев назад у меня выходил ролик о покупках с AliExpress, я вам показывала там несколько украшений от брендов Tardo и Yamanka, и в основном там тоже были серебряные украшения, и вот знаете, прошло несколько месяцев с тех пор, и я те сережки из прошлого заказа ношу просто постоянно, я могу их несколько дней подряд носить, не снимая, и спать в них, и у меня нет абсолютно никакой реакции на сережки. У меня обычно уши реагируют на бижутерию, я вообще не могу носить бижутерию в ушах, у меня начинает все чесаться, гноиться, тут же у меня никакой реакции не возникает. Для меня это свидетельствует о том, что это действительно серебро, но, конечно, я не могу утверждать это прям на 100%, я ни на какие экспертизы не отдавала, но у меня никаких, в общем-то, не возникает подозрений на тему того, что это не серебро, а какая-то подделка под серебро, поэтому я очень довольна этими брендами, и Tardo, и Yamanka, это очень известные и популярные бренды на AliExpress, это не какое-то такое подпольное, подвальное производство, это действительно такие настоящие заводские бренды, которые делают очень интересные необычные украшения. И, в общем-то, сегодня будет видео в основном о покупках именно этих брендов. Ну, давайте, наверное, начнем с колец, которые сейчас у меня на руке, и буду показывать вам их по одному. Первое колечко – это вот такое достаточно крупное массивное кольцо, которое сделано в виде изогнутых стрел, и посередине находится такой матовый голубой камушек. Очень приглянулось мне это колечко тем, что оно очень необычное. Оно действительно необычно, оригинально смотрится. Все колечки безразмерные, то есть можно регулировать размер, и они подойдут абсолютно на любой пальчик. И мне очень нравится, как смотрится это кольцо, мне кажется, на весну, на лето вот такое вот сочетание серебра с голубым камушком смотрится очень здорово, очень так свежо. Следующее колечко уже такое более тонкое, это также стрела, и я брала его для того, чтобы дополнить вот это кольцо. То есть их можно носить, например, на одном пальце, можно носить на разных пальцах. Это кольцо также регулируется по размеру, сейчас оно у меня одето на среднюю фалангу, но можно также одеть как обычно, раздвинуть его и одеть, собственно, как обычно мы носим кольца. То есть тоже такое очень необычное, интересное кольцо, тоже серебряное, смотрится, по-моему, очень здорово и интересно. Еще одно колечко сейчас у меня на руке, также выполненное из серебра, с таким тоже голубеньким камушком. Здесь уже немножечко другой дизайн, здесь нет никаких стрел, здесь есть треугольничек, внутри которого находится овал с голубым камушком. Колечко также безразмерное, тоже очень интересное, необычное, не банальное, привлекает к себе внимание. Кстати, вот да, вот эти украшения от Tardo, от Yamanka, они очень оригинальные, и они действительно привлекают к себе много внимания, они прям очень отличаются от того, что продается в наших стандартных ювелирных магазинах, и поэтому, когда я что-то одеваю от Tardo или от Yamanka, меня обязательно кто-нибудь доспросит, а что это за такие сережки, что это за такие колечки, где это купить. Следующее украшение вы можете наблюдать у меня на протяжении всего видео на шее. Это такая прям тонюсенькая-тонюсенькая цепочка с кулончиком в форме сердечка. Цепочка коротенькая, и смысл в том, чтобы вот это вот сердечко лежало в этой ямке между ключицами. Я давно хотела какое-то такое подобное украшение. Мне очень нравится, как это смотрится. Такие цепочки здорово подходят абсолютно под любой наряд. Очень так женственно они выглядят, очень аккуратно, и мне давно хотелось что-то подобное. Но знаете, чем меня немножечко расстроило это украшение? Тем, что вот это сердечко постоянно норовит перевернуться обратной стороной. Оно гладкое только с одной стороны, с лицевой, с обратной стороны там такая выемка, и некрасиво смотрится, когда оно переворачивается. Вот это меня немножко расстраивает, все время приходится контролировать, как сейчас это сердечко расположено, в правильном положении или нет. Вот это мне, к сожалению, не очень понравилось. Выбрала себе вот такую тонкую серебряную цепочку с кулончиком в виде серебряного слитка. Мне очень нравятся украшения такого формата, в которых есть вот такие серебряные гладкие слитки, потому что вот эти слитки очень здорово отражают, преломляют свет, который на них попадает, и солнечные лучи, и искусственное освещение. Очень здорово это все так красиво поблескивает на шее, на груди.
симпатичная цепочка, ничего особенного, такая простая просто цепочка с серебряным слитком, но смотрится при этом достаточно интересно. Еще одно похожее на предыдущее украшение, подвеска, но уже такая более интересная, чем прошлое. Здесь тоже есть серебряный слиточек и есть кружочек вот такой, сделанный из серебра, в который этот серебряный слиточек просовывается, и вот таким образом это все крепится. Тоже все это украшение выполнено на тоненькой, аккуратненькой цепочке серебряной. Смотрится, опять же, очень интересно, необычно, не банально. В общем, как и все эти украшения, я не знаю, мне правда очень нравится, как все это выглядит. Напишите, как вам то, что я себе выбрала, нравится, не нравится, стали бы вы такой носить или нет. Все украшения были упакованы, как обычно, в такие красивые черные коробочки. Все было очень аккуратненько упаковано. Ну, собственно, как и в прошлый раз. Следующее, что я хочу вам показать, это сережки-гвоздики. Вот такие крошечные сережки. Я, если честно, думала, что они будут гораздо больше. Но оказалось, что они прям совсем-совсем вот такие крошечные. Это такие маленькие узелочки. Если честно, немножечко расстроилась, что они пришли прям такими махонькими. Но, в принципе, в этом тоже есть плюс, потому что такие сережки подойдут абсолютно под любой наряд. Если не хочется привлекать внимание как-то особо к ушам, хочется сделать акцент на что-то другое, вот такие сережки будут, в принципе, отличным вариантом. Последнее на сегодня украшение, это уже не серебро, это бижутерия. Это такой сет, состоящий из трех, или сколько их здесь? Из четырех даже таких тонюсеньких цепочек. Мне очень нравится, опять же, вот этот вот тренд, когда несколько тонких цепочек одевается вместе. Смотрится это, на мой вкус, очень здорово. И вот выбрала я себе вот такое украшение. Конечно, цепочка здесь прям такая совсем желтая-желтая. Но, в принципе, не могу сказать, что выглядит как-то дешево. Выглядит вполне достойно. И думаю, что под определенные наряды такое украшение будет смотреться очень даже неплохо. Ну и последняя покупка на сегодня. Это такая вот замшевая вечерняя сумочка на цепочке с вышивкой, и когда я ее увидела на сайте, как-то она мне понравилась, если честно, больше, чем когда я ее получила. Что касается качества исполнения, в отличие от украшений, здесь у меня есть к чему придраться. Во-первых, это очень неаккуратно сделанная кисточка. Ну, прям очень неаккуратная. Как-то в моем представлении она должна выглядеть совсем по-другому, но посмотрите, здесь прям вот абсолютно неаккуратная какая-то бахрома. Не знаю, не нравится мне, как сделана кисточка. Внутри сумка абсолютно простая, ничего особенного. Здесь вот есть карманчик такой маленький, убрать там какие-то маленькие вещи, деньги, может быть, паспорт, что-то такое. Ну, такая, знаете, не знаю даже, одену я ее под какой-нибудь наряд или нет. Ну что, мои дорогие, надеюсь, что видео вам понравилось. Напишите обязательно в комментариях, как вам то, что я себе выбрала, понравилось, не понравилось, что понравилось больше. Очень будет интересно, заказывал ли кто-то из вас украшения от Yimanka, от Tardu, и какое у вас мнение, впечатление. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, поставьте пальчик вверх, поддержите меня, пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления о моих новых роликах. Заходите ко мне в Instagram. Ссылочки на все, что я сегодня показывала, я обязательно оставлю внизу в инфобоксе. Спасибо, что провели эти минутки со мной. Отличного вам, прекрасного весеннего, позитивного дня, классного вам настроения. Целую вас. Пока-пока, до скорых встреч!